Видео фрезерного станка. Режим профиля. Прижали. Нажимаем подачу СОЖ и запуск мотора. Мотор вращается. Фрезеруем. Также на станке есть система быстрой замены вала. Нажимается кнопка, снимается шпонка, снимается вал с фрезой. Также быстро мы его ставим обратно. На станке револьвер под разные профильные системы, подача СОЖ. Все исправно работает. А также он может делать косые импосты с помощью этого маховика.